Приветствую на канале Asmodee Play. Мы играем про кота, про пакостника кота. Вот. Поэтому смотрим. Давай поточим лапы, поточим по пакости. Кто хочет быть котом? Так, уходим. Нужна помощь. Блин. Блин, а как тут? Нужна помощь. Ну я правильно зашел-то. Может мне помяукать там надо? Требуется тело. Войти в дверь. Хорошо. Войду в дверь. Давай. Куда мне? Куда надо? Вот так. А где еще есть такие штуки? Или она одна? Ой-ой-ой-ой. Давай-ка вот сюда поставим. Так. Дверь закрыта. Собрали. Так, надо еще одну где-то найти. А где еще одна? Но там-то уже нету. Блин. Блин, куда мне? Блинский. Вон туда. Вон она. А как мне туда попасть? А, вот так и попасть надо, вот она. Катись давай. Ты же не просто так туда прикатился. Хопаньки. Пойдем, Котя. Нет. Бери. Вот так. Все, теперь. Какой молодец. Давай пойдем смотрим, что у нас здесь. Робот. Бухой робот. Что мне надо? Ну давай посмотрим. Ну слазь. Это вот что такое?
Подожди, подожди. Я что-то взял, а куда мне? Куда мне это надо? Так. Ну, смотрим. Какая-то робототехника там завелась. Так, это теперь мое. Хороший робот. Хороший робот. B1 дробь 2, это что там? Ну, по мордам тебе. Давай, давай. Сработал, я свободен, спасибо. С трудом поверил своим камерам. Кот в мертвом городе. Я не помню, как меня зовут. Похоже, моя память повреждена. Я очень долго был заперт в электронной сети. Я знаю, что работал на ученого, который здесь жил. Пока можешь называть меня B12, как написано на моем корпусе. В мертвом городе небезопасно, но ты, похоже, знаешь, что делать. Пошли отсюда, следуй за мной. Пойдем. Это ключ, отпирай дверь, это я помню. Сейчас помогу. Очень хорошо. Батарея садится, пойди сюда. Тебе придется это надеть. Ну давай, одену. Чё ты мне? На спине будешь у меня кататься. Ну, выпрямляйся, выпрямляйся. Это рюкзак разработан для таких маленьких четвероногих, как ты. Неудобно? Не переживай, привыкнешь. Я оцифровал ключ и положил его в рюкзак. Ну, молодец. Так. Легко и просто. Если тебя заинтересует какой-то предмет, покажи его мне или другим, если мы их встретим. А теперь пошли отсюда. Пойдем. Давай. Выберите предмет, чтобы использовать. Так. Ой. Понятно. А где тут? Три, семь, четыре, восемь. Ну-ка, давай. Три, семь, четыре, восемь. Ну вот. Открываем. Открывай, открывай, Котя. Ух ты, ну и местечко. Тот лифт вдали, думаю, он важен. Я знаю, что нам нужно подняться наверх. Давай. Ну, мы пока туда едем. Катимся, катимся. Мертвый город. Я говорю, из-за жуков, наверное. Помертвел, какая-то болезнь поди развилась. Пойдем, пойдем. Погоди, я помню outside. Я не знаю, что такое. Такое ощущение, что я был там раньше. Ты откуда пришел? Я кому-то обещал туда пойти, но кому?
Эта открытка, рисунок на стене был сделан с нее. Давай возьмем ее. Ну давай, бери. Получим новый предмет. Понятно. Откуда у меня эти воспоминания? Как они сюда попали? Пошли дальше. Пойдем, я вообще-то не собирался тут останавливаться. Вставлено новое воспоминание. Ой, мне это и воспоминания как-то вообще по боку, если они мне пользы не принесут. Так. Пойдем, пойдем, пойдем. Вот здесь по-любому что-нибудь для этого жука должно быть. Нет? Ай-яй-яй-яй-яй. Покатились. Жуки, опять жуки. Хренушки тебе. Да блин. Убежал от них. Робот. Трущобы. Да стой ты. Я же не жук. Блин. Козлина, ты что-то меня обрек на что-то. Тут нет ничего такого. Ага, бежите, как крысы с тонущего корабля. Кто у вас причина-то всех бед? Хромой. Хромой робот, это абсурд. Еще одетый, ты зачем оделся-то, робот? Ты же робот. Надеюсь, ты не нападать на меня будешь. Так. Так. Кажется, у них свой язык. Ты не зурк? Мы не знакомы с такими, как ты. Добро пожаловать в наш поселок, только, пожалуйста, не ешь никого. Ой, да вы кусок железа, кого мне вас... Дебилы. Вот передай своим, что херней вы занимаетесь. Не ешь никого. Чё за дебилы вы? У вас чё, функции накрыли, что ли? Ты потерялся? Тебе что-нибудь нужно? О, фотография аутсайда, какая нелепость. Лифт не работает, все знают, что уйти отсюда невозможно. Ну, кроме аутсайдеров. Но у них не осталось, за исключением Момо. Попробуйте поговорить с ним, если хочешь. Но он давно прекратил свои попытки выбраться отсюда. Это к лучшему. Он живет в том здании с оранжевой неоновой вывеской. Понятно. Вот не зря поговорили хотя бы. Не стесняйся вызвать меня в любое время, я всегда рад помочь. Хранитель сказал поговорить с Момо, он живет в большом здании с оранжевой неоновой вывеской. Он наша единственная зацепка, чтобы выбраться отсюда. Как это я и без тебя знаю.
Может, здесь еще что-то есть? А ты чё? Нам повезло, что у нас есть предметы, которые помогают защититься от зурков трущобы. Стоят себе немало угроз. Подготовка самое важное. Иногда нам попадаются такие фейковые фотографии у лица, да это как прекрасный сон. Понятно. Нового мы не добьемся. Вау. Привет, я торговец на рынке. Ты дашь мне что-то, я даю тебе что-то взамен. Все очень просто. Это ноты, прекрасная работа очень известного музыканта. Это будет стоить одну банку энергетического напитка, не меньше. Нет, к сожалению, это я не принимаю. Так, это что? Это древняя реликвия, свидетельство таланта наших предков. Это будет стоить 3 банки энергетического напитка, не меньше. Это набор электрических кабелей. Лучше на рынке я обменяю это на моющее средство. Это лучше, чем я могу. Это лучше, чем могу сделать. Так, понятно. Рынок. Короче, мне где-то что-то надо найти. Еще эти банки. Энергетика. Ты потерялся, тебе что-нибудь нужно? Подожди. Давай. Ты нас так напугал, мы думали, что ты зурк. Зачем туда подниматься? Там ничего нет. Так. Перевести. Наши давно ушедшие предки из крови и плоти оставили нам этот город, наш дом, их наследие. Так. В древних легендах говорится о естественном... Подожди. В древних легендах говорится о естественном свете, который исходил от звезд и падал к нашим ногам. Этот свет дарил нашим предкам тепло и благополучие, он помогал им расти. Ой. Ты правда думал, что поедешь на лифте? Я никогда не видел, чтобы эта штука работала. Мне завтра исполнится 347 лет. Ну, 374 года тогда уж. Итак, мне надо туда, к неоновой вывеске. И как мне туда попасть? А ты здесь что стоишь? А ты немножко похож на зурка, по крайней мере, издалека. Они так мило выглядят и звучат, но не позволяй себя дурачить, эти штуки прогрызают металл, они ужасны. Блин, даже не знаю, тут надо говорить с каждым что ли. Е, запомнить. Они действительно это потребляют. Их первоначальный дизайн не включался в пищеварительную систему. Может быть, они каким-то образом эволюционировали, пожирая, подражая людям. Думаешь, мне стоит попробовать что-то из этого? Не хочу показаться неуважительным к их обычаям. Подожди. Минутку. Давай. Что-то мы взяли. Это нано-ноты. Ты кто? Это газета от роботов, живущих наверху на уровне 2. Ей уже несколько лет, но это хоть что-то, что можно почитать. А вот, Сань, зачем ты пытаешься его найти? Нам и здесь хорошо. Блин. Понятно, тут в общем только наноноты были или что-то.
Так. Бармены тоже много, кстати, чего знают. Вот. Перевести. Джейкоб, лучший работник месяца сентябрь, хрен знает какого года. Давай. Подожди, вот здесь вот есть что-нибудь в холодильнике? Давай, расскажи мне что-нибудь. Ты здесь новенький, чем я могу тебе помочь? А, красивая фотография Уитсайда. Мимо настоящий поклонник этого мифа, обязательно покажи ему. Его квартира находится на самом верху района, ищи оранжевую неоновую вывеску. Блять, это, блин, я и без тебя знаю. А как вот туда, к этой оранжевой неоновой вывеске добраться вот еще? Не-не-не, подожди. А где эта вывеска? Я уже не вижу ее. А, вот она. А я на пакостью. Получили? Так, подожди. Вот сюда. Угу. О, так я уже почти пришел. Сюда. Вот мне тебя надо. Господи, радужный-то какой. Давай. Бесполезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. Эй, ты чё, чё тебе надо? Это фотография Уитсайда? Ты хочешь туда попасть? Даже не пытайся, это пустая трата времени. Это принесет ее только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали, я остался один. Я не знаю, где они, я пытался с ними связаться, но этот передатчик не работает. Мы с друзьями вели записи наших исследований Уитсайда. Вот возьми мои, если действительно хочешь туда пойти. Получил новый предмет. Записная книжка Мома. Теперь ты сам по себе. Я взялся свой... Завязался у лица... Блин, хрен выговоришь. Удачи, в общем. Мимо выглядит очень грустно. Он скучает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку, которую он нам дал. Так. Подожди. Манифест Уитсайдеров. Мы должны попасть в Уитсайд любой ценой. Мы должны защищать наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от зурков. Подпись Клементина Забзар, так, Док и Мома. Похоже, имя Мома было добавлено позже. Думаю, нам нужно найти другие записные книжки. Аутсайдеры. Так. Ну, давай перейдем. Город имеет цилиндрическую форму. Диаметром около 450 метров. 450 метров. Над нами есть еще один уровень. У города как будто есть потолок. Если верить моим книгам, за ним скрывается большое голубое небо. Так. Тишина. Пакости. Так. Здесь что? Взял какие-то нано-ноты.
Ну давай выйдем. Вот зачем я одел это? Как снять-то? Вот так. На единичку. Так, мне придется тут что-то искать. Чтобы что-то покупать, как я понимаю. О. Что это? О, обратно домой 2, я помню это видеоигру. Мне кажется, разработали незадолго после моего создания. Плохо помню. Мы с ученым много в нее играли. Было весело, скучая по нему. Почему я не могу вспомнить его имя? Господи, лягушка отсюда. За лягушка. Привет, маленький кот. Все еще ищешь эти бесполезные записные книжки? Так. Ну давай. Ну вот и, к сожалению, не умею играть на музыкальных инструментах. Ну давайте. Пойдем. Нет, не надо. Пойдем искать тогда. Дневники, ноты. Этот символ на стене совпадает с символом записной книжки. Значит, пойдем туда. Похоже на зацепку, да я уж понял. Поехали. Так, посюда, посюда. Идем, идем, идем. Это умный кот. Так что не надо тут. Идем, идем, идем. Что у нас здесь? Что за беспорядок? Нету ничего. Здесь. Ну-ка. Вот такой пакостник. Заходим. Блин, блинский, ну давай. Давай. Что взял? Записная книжка у Инсайдера. На ней тот же логотип, что и на той, которую нам дал Момо. Кажется, это принадлежит кому-то по имени Клементина. Все идет по плану. Нам удалось связаться с верхним уровнем. До того, как приемопередатчик вышел из строя, они находятся вместе под названием Мидитаун. По всей видимости, оно находится под контролем какой-то жесткой власти. Я недавно говорила с Момо, его глаза. Я знаю этот взгляд. Он не пойдет с нами. Давай найдем другие записные книжки. Понятненько. Ну давай. Так, 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 так. Блин. Так, ну, все взяли. Точно все взяли. Вот еще разок. Все взяли. И куда нам можно идти теперь? Стоять. Взять ноты опять.
Пойдем, пойдем. Сюда вот можно еще, да? Да нет. Вот, вот сюда. Вот сюда. Так. Все, да? Больше нам здесь ничего не перепадет. Подожди. И что тут есть? Непонятно. Ладно. Давайте сюда зайдем. Так. Так, как развить искусственный интеллект, чтобы стать таким же креативным, как настоящий человек? Том 42. Так, и что у нас здесь? Спать, да? Неплохо ты придумал. Улечься. Блин. Давай, 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 иди, иди, иди сюда. Хоп. 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 А как нам? Так, выберите предмет, чтобы использовать. Блин, я даже не знаю, что тут есть. Ну, как нам сейф открыть этот? Так. Ну вот то, что обменять-то нам надо на рынок идти обменивать по-любому. Так. Эй, док, я нашел ключ от твоего сейфа. С ним надо быть осторожнее. Получим новый предмет. Прятать сейф за кучей книг — не лучшая идея. Конечно. Пойдем. Блин, здесь столько всего и нету ни хрена нужного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай, спускаемся. Так. Давай. Взять. И что там мы взяли? Молодец, еще одна записная книжка. Кажется, это принадлежало какому-то по имени Док. После нескольких недель исследований я объединил спектр с помощью ультрафиолетовой лампы. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Давай найдем другие записные книжки. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!